рассказывала. Это спортсменка, ну а всем известная Алисон Феликс, которая успешно совмещает дистанцию 400 и 200 метров, но коронка 200-метровый отрезок 22,36 секунды. И, конечно, будет разбегаться именно к чемпионату мира, к главному старту сезона. Соня Товарыш. По второй дорожке побежит эта спортсменка, тоже, скажем, о ней как о призере универсиады, многократная чемпионка своей страны, ну, личные рекорды вы прекрасно видите. Надо сказать, что в этом сезоне, почему не показали нам результат нынешнего сезона, на дистанции 200 метров она не стартовала, только на 100-метровке. Алисон Петер по третьей дорожке, по четвертой Мария Ремень, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы в закрытых помещениях в Париже и в Гетеборге. Победительница чемпионата Европы прошлого 2012 года. Марта Ешки, бронзовая медалистка чемпионата Европы среди молодежи 2007 года. Ольга Харитонова-Белкина, финалистка чемпионата Европы также прошлого 2012 года на дистанции 100 метров. Оля была пятой. Анастасия Кочержова по седьмой дорожке, 23.52, пока не очень хороший результат, думаю, что будет со временем лучший. И Кристина Сипкова по восьмой дорожке. Ну, будем болеть, естественно, за наших, но очень сильная здесь и украинка Мария Ремень, именно так звучит ее фамилия, 22.70 уже в нынешнем году бежала. И наша гостья с Виргинских островов Алисон Петер, 22.77. Да, Мария Ремень. Давайте посмотрим, каков же будет результат. Посмотрите, какой отрыв, какой огромнейший отрыв. 20, по-моему, из 20... Трех или два средних не остановился, к сожалению, у нас сейчас компьютер, который нам показывает время, 25.5, это, конечно, не то время, на которое... Далеко не то, да. Совсем не то, и уже она давным-давно пробежала, и все, секундомер у нас не остановился. 22.73 сейчас говорит диктор на стадионе, и это действительно очень хорошее время. Чуть всего 0,03 она уступила самой себе по ходу нынешнего сезона, но здорово. Вы знаете, вот что она сейчас делает? Она хочет использовать единственную возможность перед чемпионатом мира собственными ногами прочувствовать каждый метр дорожки, на которой пройдет главный форум этого сезона. И правильно, что она сейчас никакие силы не экономит. Нужно понять, да, где, как лучше отработать, как ведет это покрытие себя, как ты к нему можешь приладиться. Вот что и сделала наша украинская гостья. Ну, а теперь, сделав глобальные выводы, она уже поедет на свои учебно-тренировочные сборы и оставшиеся два месяца проведет в работе и под впечатлением. Очень хорошее завершение соревнований. 22,73 секунды. Время, которое... Ну,